Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц август. 28-й день. Житие преподобного отца нашего Моисея Мурина. От патерика Скитского и Лавсейка Паладьева и от азбучного патерика Собранное. redfor.librivox.org. В странах египетских бе разбойник славен именем Моисей, родом Мурин, черен лице миже первый раб бяше некой го знаменита господина, злонравие же ради своего и убийственния вине отгнан бъйст от него и шет прилепи си разбойником. Пониже видевши того крепка суща телом и жестока нравом, старейшино себе го поставиша. Сие же онем сказуеция, да изправление го явлено будет от такова го зла го жития, в каково е покаяние и богоугождение прииде. Ибо и греси святых прежде бъивши не отаеваються на прославление милосердия Божия, им же изводится честное от недостойного, и от грешних праведней боевают. Разбой оботворя с дружиною своею Моисей, много идеяше хищения, кровопролития и иные скверные и студные беззакония и насилства, и славен бъйст злоби ради своя и всем страшен. Между иными же его разбойническими делами поведа ему бей и сие. Памято злобство выше на единого пастиря овец, якой душто ему на некое злодеяние препятствием бъйст со псей своими. Потом уведав, яко пастир той обон пол реки Нила пасет овци, восхоте его убити. Бяше же тогда река вельми наводнена, одежду обо свою связав, на главу возложи, мед же зуби взя, и пойде плавай по реце Велиции. Пастир же он и узрев его издалече реку преплаваю, ще остави овци и бежав скрися. А Моисей бъйстрени водния приплъв и пастиря не обред, оби четири изряднише овни, и верви он их связав, пак и вспят реку Нил преплове, и овни с собою влекущи, их же одрав меса добрейше изеде, овчини же на вине пропил. Таковом злом жити Моисей дългое време проводив, по некоему случаю в чувство прииде, Богу не милосердство вовшу и в покаяние призвавшу. Не хощет бо преблагие человеколюбиви владика погибели грешним, но обращение их во спасение. Умили се обо сердцем грешник оней, и у злых делих своих раскаявся, остави разбой и други своя, и шед в пустынни монастир, вдаде себе в повиновение и работу игумену и братьям, паче же самому Богу, и проливаше многие слези и водни и в нощи, кая се упрежде судени гресех своих, и проходя вся повелеваемая ему служба и снелено с ними труды, бъистинок изряден. Та же по некоем времени учелнической келью прием, живяше един обоз и покаянием теплым очищая своя прежде бывшая беззакония. В таковом исправлении ему пребываю, что на подоше на него в келии сидяще четыре разбойника неведущи, ако Моисей той есть. Он же един сущи одолеих и связа, як и вретище плевел на плещи своя взем, монастир к церкви принесе глаголе братьям. Понеже не подобает ми никого же обидети, а си придоша на мя и ях их, что оба повелеваете у них. И повелеше отцы разрешите их и пустите свободних, рекше, нам не достоят убити никого же. Разбойники же, познавши го, яко Моисей ест, боеви прежде старейши на разбойников, удивише се от таковом жития его преминение и прославише Бога, и сами умиливши се, в страх Божий придоши и покаявши се бъйше иноци изкусни. Не точу же онии, но и ини разбойники многи слышавши у Моисей вожде своем, яко покая се и бъйстинок, оставише и ти разбой, и вся злая дела, и иноки добродетелни и судеше се. Всему в трудех покаяние пребывающему подвижнику, изначало налегах облудни и беси помишлений скверними, и похотними разжени, влекущи его на перви и блудного жития обичай, як уже сам после жде поведа братьям глаголя. Толико и обеду от брани вожделение плоска го подях, яко в малене от пасти ми иноческа губета. Шедже Коави и Сидоро при Свитеров скид възвести им обедствование свое от плотских брани. И рече к нему святей Сидор, не смущай се, брате, и ще бо в новоначалие си, и того ради жесточая на тя беси нападают. И що ще прежнего в тебе обичая, на отгнание же их советую тебе прияти повседневно и пущение и фидение и воздержание, еже не насищати чрева. Яко же бо пес обикши при месопродавнице гризти кости, не отходит, донде же не затворит си месопродавница, затворени же той бивший и не сущо, такто вержит и мучто, и стая в гладом отходит. Сице безблудни приседит човеку питающи му се до сейтости. Аще же прибудеше в посте и в воздържание, умерщвляя уда и своя сущи на земли,
и заграждая дверь вкушения пущением, не попуская входить в стомах насыщению, похотение плотское рождающему, тогда бесаки пес гладу мистаевый, у неев отидет от тебе. Раб же Божий Моисей шед в келью свою и затворився, прибист в пущении повседневном, мал зело хлеба у круг в вечер по солнечном захуждении снедая, много же в рукоделии трудяся, и 50 кратко и гожду дне на молитву востая, и с колено преклонениями совершая. Аще же и отумляше тело свое трудами и пущение мисте ваше, обаче не преставаше в нем подвижуще и на грех вожделение. Пак и обоиде Коави и Сидору и рече ему, «Отче, не могу сидеть и в келии мои борими и стресми плотскими». Блаженни же и Сидор поеме го возведе на верхния келии своя здание и рече ему, «Возри на запад». И возрев Моисей виде множество демонов страшних, молвищих и уготовляющих се на брань. Пак и глагола, «Возри к востоку и соглядай». И возрев виде безчисленное множество святых светоносних ангелов, так уж де набрано готовавшихся. И рече святый Сидор к Моисею, «Ти и же на западе брань воздвизают на святых Божиих, а и же на востоце сии посылают си от Господа на помощь добрым подвижникам. Вижджи, як умножиши и суть помогающий нам, паче тех и же восстают на нас». Моисей же таковым видением и словеса и старцевым и укреплен, возвратися в келью и паки в обычных ему спущениями молитвами трудех упражняшися. Но еще не оставляше его брань, а наипаче в сонных разжизаемой мечтаниях пакости от врага страждаше. Востав обоиди к иному некоему старцу святому искусно зело и глагола ему, «Что сотворяво, яко соние помрачают ум мой, разжизающе плоть и услаждающе страсть, и первые греховные обычаи привидениями мечтающе?» Глагола ему старец, «Понеже ума твоего не отлучилась и от сладострастия в мечтаниях боеваемого, то го ради мерзкое то стужание страждаше. Сотвори же еже глаголю ти, вдаш себе бденью, и помалу обикни в нем и моли се бодренно и избавише се от оние брани». Моисей же таковый добрый съвет от изкусного святаго наставника прием, келио возврати се и начал обучати се ко всенощному бденью. Стояше обо посреди келии всю нощ ниже колен в молитве преклоняя, яко да убежит сонного томления, но просто стоя моляше се, невежду в своих смежая. И прибист в таковом себе томителстве 6 лет, обаче не тако можеше избавити се от стужание плоти на дух воюющия. Богу си се попустившо да яко злато в горниле изкушен бив, славнейший жизни венец со страдальцами приемет. По сих и не изобрете чин життя жестокого подвижник мужественный. Изходя нощью из келии своя, обхождаше учелнические келии старцев пустынных, и взимая при келиях их водоноси, я же обреташе празния, им не ведающим, приношаше воду, бяше же вода далеч от место них. Овие бо старци за 2 поприща от воды имеех у келии своя, овие же за 3, за 4 и более. И уже и ние не можаху сами воды себе приносити старые суще, он же, коя яж до нощи, наполняше водою сусуда их. Тако ему трудящуся, дявол не терпя зрети подвига его, сотвори ему Божиим попущением озлобление си цевое. Во едину нощ преклоншу се блаженному тому трудолюбцу в кладенец с осудом старца единого, еже почепсти води, удари его дявол вельми дреколием неким велим полядвием, и бъй стаки мертв старец лежа и таму. Бъйвши же утро, приедоше монасик к кладенцу оному по воду, и обретоше Моисея полумертве лежаща. Шечо обоповедаше великому Исидору Авескитскому, той же с братя и ушед взя его и принесе к церкви, и баист му се яко расслаблене и толико боле, яко едва по едином лети укрепи се телом. И глагола има Ава и Сидор. Брате Моисее, престани уже выше мери, брати се с беси, ибо и в той храбрости меру храните подобает. Отвещане победиме Христов воин Моисей. Не престану от борение, даже престанут от мене скверные мечтания сонные. Тогда рече ему и Сидор. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, все уже отныне престаше от тебе та страстния стужания, прочее пребудеше мирно. Приступил бо с дразновением и причасти се божественных тайн, тела и крови Христови. Сие же вещ, яко того ради попущена бъйсна тя такова и тяжка е брань плотская, да не похвалише се во уме твоем, яко своими пущения и подвиги одолели си страстем, и превознесче се да не погибнеше. Сия слышав Моисей и тайн божественных причастив се отиде в келию свою, и прочие пребъйсти мея мир от прежних брани,
и бяше внимая себе в постническом безмолвном житии. По неколики ежемесец их въпрошен бе изтужают ли ему страсти от веща, отнели же сотворил мне молитва служител Христов Исидор, к тому никакова еже пакости стражду. По таковых изкушениях блаженни Моисей получи покой милосердием Божиим и поживе от того времени прочие лета живота своего безстрастно и безпакостно. Набеси же прия от Бога силу велику, яко презирати ему те хаки мухи и изпълни се благодати Духа Святаго и бъйство от всех честен. Прославши же святому житием добродетелним, слышу о нем княз страны Туя и иде в скит, хотя видит яво Моисея. И возвещено бъйст старцу приходи князя и го ради. Он же востав и заиде из кели, хотя бежати в блато и тростие, и сретоше го бъвши с князем слуги, и вопросише глаголище. Где е скели Ава и Моисея? Он же рече им. Що хощете от него? Старец ест безумен и лъжи взело и скверно е житие имеей. Они же слышавше то, почудише се и мимо и доша. И егда придоша к церкви, рече княз к клирикум. Аз слышав о Аве Моисее, придох благословите се от него. И срете нас некие монахи да и в Египет, нам же въпросивши ме го Аве Моисее, где живет, он глагола многие хулные на Моисея глаголи, безумним, лъживим и скверно е житие имущним того нарицая. Слышавши же то клирица и опечалише се и рекоша, каков той старец бе, и же глагола вам хулне на света го мужа. Они же рекоша, старец висок, черен лицем, в худой одежде. Клирица и же рекоша, той ест воистинно Ава Моисей, и понеже не хоте от вас бъйти видени почитаемый, то го ради вам акио ином, у себе же самом хулне глагола. И пользував се княз много отиде благодаря Бога. Тако преподобни Моисей бегаше слави и почитание человеческа го и беседование с приходящими миряни, аще и странолюбив бяше. Угощаше во приходящих к нему странних братии, яко же о странолюбие го во отечнице пишет ся. Дана бъйст заповед и ногда в ските всем отцем постиножителним глаголющи. Постите се всю неделю сию и сотворите Пасху. По случаю женеци и странни брати от Египта ко отцу Моисею придоша и сотвори им старец маловареница. Видевши же да им соседи го, възвестише църковникум. Се Моисей разори заповед и варение себе варит. Униже рекоша. Егда приидет в собор, тогда обличиме го. Ведех уже все пощение Моисеево. Егда бъйст субота, прииде Моисей к църкви на соборно епение и рекоша ему пред всеми църковники. Отче Моисее, заповед человеческую преступила си, Божие уже совершила си. Еще же и в житии преподобна го Арсения Велика го повествует ся. Брат некий издалече пришед в скит, видите хотяше преподобна го Арсения, и веден бъв к нему виде го, но слышите словесто го не сподоби ся. Седяше бо старец молча и зря долу. Отшед же от него моли водяща го его църковника да доведет ко Аве Моисею, от разбойник во иночество пришедшему. И веде църковник странна го того брата к Моисею. Блажени же Моисей прия их радуя ся, и упокои, и очреди, и много и любов и вив им отпусти их. Глаголаше църковник к странному брату. Се обоих видела си, отца Арсения и отца Моисея, который от обоих лучи и тебе мници бъйти. Глагола странный брат. Приемай нас любезно, той лучи есть. Слышав же то некий от богоугодних старец помоли се к Богу глаголя. Господи, покажи ми дело обоих тех отец, яко ов бегает человеку в имени ради Твоего, ов же всех приемлет имени ради Твоего, который оба от них совершенниши есть. И виде старец той в видении, два корабля велика, по некои реце велица и плавающия, во едино му бобяше преподобни Арсений, и Дух Божий управляше корабли го во многом безмолвии. В другом же корабле бяше преподобни Моисей, и ангели Божии с ним, и же управляха корабль, и сот медвени Моисею в уста влагаху. Проводив же много е в постнических подвигах лета Моисей преподобни, сподоблен бе из пресвитерска гусана, по некоему Божию откровению, егда в первий свещенства степен произведен, облечен бе из в стихар, глагола к нему епископ. Всява Моисей ней невес бел есть. Моисей же рече к епископу, владико, внешния ли творят свещенника или внутренния? Аки бе рекал, одеяние ли извне покривающе тело човека достойно твори свещенства или внутренния добродетели?
Епископ же, хотя изкусите его, а ще поистине раб есть Христов, добродетели внутренние, имея и глагола клирикум. Когда внидет Моисей в алтарь, и ждените его, и по нем идите, и слышите, что будет глаголът ти. И сотвориши то клирицей, изгнаши его из алтаря глаголище, и заиде вон мурине. Он же изшед, и на особном месте став укуряши себе глаголя. Добре сотвориши тебе псе, добре сотвориши тебе черноплотни етиопи. Не си достойни, почто во святыню входити дерзаеши. Не си човек, и почто к човеку ми служителем Божий мидеши. Слышавши же та словеса его клирици, возвестише епископу, и повеля епископ пак и призвати его в алтар и хиротониса его в пресвитера. Потом въпроси его глаголя. Що помишляли си отче изгнан бъв и пак и възвръщен? Отвеща Моисей. Уподобих себе псу и же изгонимый бежит, призиваемый же пак и возвръщается притека и скоро. И глагола епископ. Воистину си цивей человек божествения благодати е достоин. Смиренним бо Господь дает благодат. Таково искушение прежде отцу сему бысть, когда еще в новоначале и бяши, собранию бо братьевските иногда бывшу, восхотеши отца искусите смирение его и уничижише его глаголюще. Почто етиоп сей посреде нас ходит? Он же слышав то умолче. Когда же имеяху разойти се братья, вопросише его глаголюще. Отче Моисее, не смутился ли еси, когда уничижишите отцы? Он же отвеща им псаломническим словом. Сметох се и не глаголах, рекши, молчанием понесох уничижение. По приятие же пресвитерска гучина преподобни Моисей прибъй в 15 лет от рождение же 75 лет изпълнив, учеников 75 собрав, скунча се мученически сице. В един от дней седя с братия и оглагола. Се варвари днес приидут в скит посещи монахи, восстаните и бежите отсюду. Глаголаше ему братия, «Ты почто не бежиш, отче?» И рече к ним, «Аз толико лет имам, чая днес его да совершит си на мне слово владейки моего Христа, рекше го, си приемши нож, ножем погибнут». Глаголаше ему братия, «И мы не бежим, но с тобою да умрем». Он же рече им, «Аз в том нужды не имам, обаче да блюдет себе кижду, како прибывает». И восставши братия бежаше седим токму при нему сташе си и почесе рече им, «Се варвари близ суть». Един об от тех седми братия убояв се избежа из келии, и скрай се негде. Варвари же вшече посекоше отца и обречих се с ним шест братии. Избежави же брат седя в месте в нем же скрай се виде небо отверсто, и седем венцев пресветлих с небесе сшечих. И по отшествии варваров к келии возвратив се, обрете отца и братия посеченних. И телеса их в крови лежащая, и плака ся. Посем и другая братия пришедше погребоша она я плачуще. Такова бист кончина преподобного отца нашего Моисея Мурина, от разбойники нука бывша, и истинным покаянием совершенно Богу угодивша. Ему же не ток морайно и небо, яко мученику утверзися, и венца славы сподобися. Его же молитвами да и нас на истинное покаяние наставит, и Царствие Небесного сподобит человеколюбивый Владыка Христос Бог наш, ему же с Отцем и Святым Духом честь и слава, ныне и присно и во веки веков. Амин. Прологи в той же день положена память святой Анны, дочери Фануилевой. Месяцесловых же память я февраля в третий день, купно со святым Симеоном Богоприимцем, таму не изри. В той же день память преподобного Савы и Псковскаго, зри он им в прологе. Конец житий святых месяца августа в 28-й день. This recording is in the public domain.